Всем привет, друзья, любители Варкрафта, с вами Лер, и я хочу продемонстрировать вам вот такую вот карту, которая называется Ultimate Battle. В ней очень и очень много рас, вроде бы 23 расы, если я не ошибаюсь. Поэтому давайте-ка ее протестируем. Если кому-то эта карта понравится, то вы сможете скачать ее в моей группе. Я специально оставлю там папку, zip-папку с этой картой. Ну, просто вдруг вы не сможете найти ее в интернете, поэтому я оставлю ее там. У себя в пустой группе. Так. Еще хочу сказать. Для того, чтобы играть с компьютером, надо сделать так. Поставить, допустим, тут расу Альянс, Орда, неважно. Просто если вы выберете любую расу у компьютера, то компьютер тут нормально работать не будет. Он будет сильно... Ну, вы не сможете выбрать ему расу. Понимаете, да? Ну, я сейчас все продемонстрирую, конечно же. Давайте пока что будем просто тестировать эту карту, не будем играть. Специально сделаем открытую, чтобы наблюдать, как играют наши компьютеры. Вот, смотрите, я ставлю альянс этим трем компьютерам. Ну, один как бы будет за меня, два в другом клане, и один будет сам по себе, пятый компьютер. У меня любая раса, потому что себе-то я выбрать ее смогу. И поехали. Здесь... 23 расы, напоминаю, очень много здесь. Дринеи, гномы, даже тираны из Старкрафта есть. Очень много всего. К сожалению, в эту карту нормально в мультиплеер поиграть не получится. То есть, если ты, допустим, играешь через Гарену и через Хамачи, она будет... Ну, неправильно она будет работать. Так что, если хочется играть в нее в мультиплеер, надо играть через Battle.net. Только так она будет работать нормально. Через Грену и через Хамачи она лагает и вообще иногда не работает. Легче просто играть с компьютером. Загружается эта карта долго, поскольку в ней понапихано очень много всего. Тут очень много раз. И вообще в эту карту можно играть не только через эту карту. Есть много ее копий, скажем так. Это самая новая версия вроде бы. 1.96, где... Расы выбираются не через команды. Раньше вроде бы ты должен был писать -rr, допустим, 1.0, чтобы выбрать расу этих красных орков. А тут ты просто выбираешь расу на старте. Также в старых версиях ты, допустим, выбирал -comp 0202, ну, когда хотел расу выбрать кому-то. То есть пишешь comp, 02 это, то есть, синий, 03 это уже бирюзовый. А следующее, 0.1, допустим, это тоже орки красные, 0.2 это следующая раса, которая за красными орками идет. А здесь ты просто сам выбираешь по желанию. Вот сейчас я продемонстрирую. То есть альянс, я вот, как видите, поставил трем расам альянс. Те, кому я выбрал расу, я могу выбрать расу сейчас. А у кого, у компьютера, у которого стоит любая раса, я уже не смогу выбрать. Потому что так... Сделана эта карта. Как видите, она загружается долго, потому что тут очень много всего понапихано. Ну вот, смотрите. Сейчас игра начнется. Перед стартом игры есть какое-то отведенное время. Вот, видите. Пошла игра. И вот это позиции игроков. Вот, допустим, давайте выберем расу своему союзнику. Компьютеру среднему. Пускай он играет, ну, допустим, за этих гномов. Вот, видите, он выбирает... Ну, как бы, он теперь играет за гномов. Этот наш противник пускай играет за крусайдеров. Этот пускай играет за Далоран. А вот, у которого случайная раса, да? Вот я пикаю, и... Can not lost one for computer. За счет того, что у него случайная раса, он теперь не может ни за кого играть. Вот, видите, пишет, то, что не получается. И эта позиция, это остается тут. Вот, столько здесь рас присутствует, как видите. Очень-очень много, пандарены даже есть. Очень много всяких рас. Вот, тираны, раса тиранов, бандитов, наг, дварфов. Рандомные, стандартные, можно расы выбирать. Очень много. Давайте выберем себе расу. То есть, напоминаю, если ты хочешь поиграть с компом, но ставишь ему случайную расу в начале игры, ты ему расу уже здесь выбрать не сможешь. Давайте поиграем за красных орков. За самую первую. Пока время не пройдет, ты ничего не сможешь сделать. Раньше надо было писать так, допустим,
RR и 0.1, чтобы играть за орков. Чтобы компу расу выбрать, пишешь вот так вот комп 0.2, то есть синий 0.1. Это и синий комп играл бы за красных орков. Давайте строим это, делаем рабов. Побольше рабов. Так, что тут, что вообще у нас есть? Какие здания? Это обычные казармы, алтарь вождей. Это, я так понимаю, домик. Это лесопилка. Это вот домик, который дает пищу. Ну, в принципе, те же самые здания, только они более красиво так выглядят. Это свиноферма. Это не логово орков, которые атакуют, это свиноферма. Мы, кстати, все на одном этом. Как видите, мы тут появляемся в рандомной позиции. Тут очень много мест. И мы появились на одном этом участке, скажем так. Все сверху. Не совсем правильно это. Так, ты давай иди сюда. Ты потом у нас строишь вот это здание. И тоже потом идешь рубить лес. У нас есть бугаи. За 240 они, кстати, подороже, чем обычные бугаи. Брусеры. Брусеры или брушеры, как правильно читать. Они подороже. Так они строили 200, а тут 240. Так, что нам теперь нужно? Нам нужна лесопилочка, конечно же. Почему нельзя строить? Там же, по идее, зелененьким светилось. Войска пока что не нанимаем, ждем своего героя. И вот случайный компьютер, у которого стоял случайно, у него вот обычная раса. Наши же гномы. Вот так вот у них все выглядит. Это раса гномов. Гномы из Черной горы. Это Даларан, нет, это Крусайдеры. И вот Даларан. То есть раса волшебников. Батл маг, боевой маг. Давайте делаем юнитов. Фордж, а блин, я... Алтарь вождей-то я не построил, ё-моё. Да, бывает. Я, короче, построил это здание, где покупать эти книжки и предметы, а не алтарь вождей. Это я случайно так сделал. Это все потому, что я впервые играю в эту карту. Так, у наших врагов и у наших союзников уже есть герои, скажем так. О, господи, как он тут... Как он прекрасно выглядит, инквизитор. Так, наши враги уже пошли крепиться, либо они уже побежали на нас, не суть важно, поскольку у нас еще кроссбоумены есть. Чаутик Рейдж. Тут вот написано то, что когда он атакует, его атака меняется на атаку хаоса. Атака у него атака просто обычная, да? Так у него обычная атака. То есть, если он будет атаковать, он будет атаковать еще быстрее, и его атака будет... Блин, на наших нападают. Давайте некролита закажем, что ли. Я еще не приспособился играть за эту расу. Тут наших поджимают. Я впервые вообще запускаю эту карту, если честно... Если честно сказать. Так, где тут наши? Наши пускай тут стоят, на страже. Надо кого-то из них присануть. Кого-то из этих компов. Варканон, боевая пушка. Техникан. Техномаг, короче. У наших союзников техномаг. Ладно, мы пока что уходим в экономику, в ресурсы. Давайте побольше логов настроим. Так, это у нас башенка. Кстати, заметили, наше логово тоже может драться. Это что-то типа шипов. Что-то типа шипов. Крут оверлот. То есть она на дистанции сражения может вот так вот бить. Видите, шипами, да? Все, стоп. То есть, если кто-то будет в рукопашную убить наше здание... то оно будет ему отвечать. Понятное дело, что я много чего пропустил.
По идее, у меня уже должен быть герой, я должен захватывать эти точки, а я просто стою и обороняю союзника. Но это все потому, что я впервые играю в эту карту. Впервые играю в эту карту и немного не то делаю. Я вообще впервые играю за эту расу, тем более тут новые иконки. И не совсем понятно, что строить, что делать. Ладно, сейчас я быстро привыкну. Надо это, конечно же, улучшить и сделать побольше, наверное, вот этих вот юнитов. Хорошо, что тут написано, какой юнит что атакует. Так, на что способен наш арбалетчик? 90%. Чипшот. Экстра дамага может нанести. Так. Вот наши крусайдеры уже строят башню, и вот наш некролит. Давайте захватим хотя бы одну точку. Вот где-то здесь. Поскольку это ближе всего к нашим врагам. Некролит — это что-то типа некроманта, я правильно понимаю? Лирн рот, страйк дамаг, бонус атак. Спаун скелет арчер, то есть он может скелетов создавать. Каждые 12 секунд он спавнит скелетов. Это типа пассивка у него такая. Интересная пассивка. Давайте пока что обычную возьмем. Мы вместе с союзником тут будем ходить и добывать опыт. Вместе с... Это его, короче, герой строит, да? Дай мне плащ теней хотя бы. Что ты все забираешь-то сам? Дай мне книгу мудрости. Она мне больше нужна. Тебе-то она зачем? Так, могу ли я применить это на своего? Нет, не могу. Это чисто на врагов. Давайте посмотрим. Хотя не надо. Так, дай мне книгу силы. Жмот. Проклятый жмот. Проклятый жмот. Делаем этих. Это все. Ну, пока что можно не улучшать. Потому что у меня огромная куча этих идет. И дальше рубим. А, нас тут бьют. Отойдем. Это что-то типа способности, как у Варденки. Я правильно понимаю? Оно еще яд на врага насылает. Воу-воу-воу. Как так получилось? Делаем пассивную способность. Вот видите, это что-то типа способности, как у Варденки. Так, отойди. Отходим. Этими тоже отходим. А их зажали. Они уже не отойдут. Окей. Это что такое? Battle Spire, вот это вот и есть башня. Это и есть башня гномов. Добиваем. Добиваем их. И вот, видите, эта пассивка спавнит скелетов. Вот они, наши скелеты-орки. Ой-ой-ой, у нас маны высасывают. Так, это он под чем? Это он под каким-то щитом, потому что я не нанес ему урона. Интересненько. Прибежал союзник, начал бить моих. Давайте больше. Это надо прожимать или это само? Это скорее прожимать надо, поскольку тут экран такой. Тут не пассивная способность с обводкой. Тут экран, значит, у этих орков это надо прожимать. Так, где враги-то? О, что, портал, который стреляет. Еще и портал, который стреляет. Неплохо. Неплохо. Можно этих убить. На гном зачем-то бежит в атаку. Я пока что с компами играю, потому что надо привыкнуть. Это ведь необычная игра. Это необычный Warcraft, к которому я привык. Он бьет моего героя, да? Знать бы еще, что это за сфера, что оно делает, как оно вообще работает. И он все бьет моего героя. Давайте-ка отойдем и купим. И купим себе предметы. Надо несколько катапульт. Ну-ка, рейдж. И вот у них, видите, атака на хаос меняется. Благодаря чему они наносят 100% урон всем юнитам. Они, кстати, заметьте, войска-то отводят. Полураненные. Полураненные войска они стараются отводить. Тут компьютер более умно играет. Так, тоже отведем, чтобы не дохли. Скелет.
Что он тут делает? На скелет вообще пофигу, по идее. Скелет — это не тот юнит, которого надо беречь, потому что он все равно разваливается со временем. Наш герой сдох. И компьютер показывает сюда. Компьютер показывает сюда. Типа тут это, построились уже. Давайте делаем дальше улучшение. Что мы можем купить? Я пока что просто тестирую это все. По идее, это полезная способность. Но не способность, этот свиток. Который ХП увеличивает. Ну, компы тут, как видите, более умные. Они сразу же нападают, сразу же. Так, что делать? О. Он даже не атакует. У него нет такой способности, как атака. У него нет такой способности, как атака. Да? А как он тогда? Варстейшн. No workers code be found. Очень странно и необычно. Давайте больше скелетов спавнить. Больше мощных скелетов. За счет этих скелетов можно отбиваться, если подумать. Это очень интересно. Ну и больше арбалетчиков. Пока что я просто так наобум играю, тыкаю на все подряд. Потом я сыграю нормально, вот как, допустим, за обычных орков, за обычную орду. Пока-то я просто так говорю, тыкаю на все способности. Смотрю, что они делают. Очень странно. Это работает? Это тоже улучшаем. No workers code be found. То есть, просто так он драться не будет. Понятно. Просто так эта штука драться не будет. Просто так он не дерется. Давайте-ка отойдем. Вот видите, скелеты сами появляются каждые 12 секунд. Это классно. Это очень классно. Так, сюда. Слейв ко мне. Блуд фонтан, кровавый фонтан. Тоже герой сюда. Синий уже тут. Тут прибежал, сюда сходил. Надо новые здания, по идее, строить. Например, эти. Эти и эти. Пускай пока что они строятся, возводятся. Тотем Дум тоже. А у нас нету этого. Вот видите, да, только теперь вот так вот он будет атаковать. Вот так вот он атаковать уже будет. А пока рабочих нет, оно не атакует. Я думал, это работает как катапульта, но если оно действительно будет наносить огромный урон, то это очень полезная вещь. Так, что тут может вылечить? Так, Regeneration, Target Unit, Hit Point. Вот это вот тоже полезная способность. Вернее, не способность, а зелье. Косарь лечит. Что случилось? Ну-ка, что там у нас? И по идее, с этими штуками можно воевать за счет рабочих. Как он такой-то, ё-моё? Нифига себе. Он, в общем, сражается, как обычное логово. И ему дали стан. Прекрасно. Боевые когти. Он сражается, как обычное логово. И то есть можно в любой момент вот так вот выгрузить и починить. Видите, да? Только мне сейчас нужны нормальные логово. Вот такие вот. Сейчас мне нужны нормальные логово. Эти пока что пускай тут стоят. Нежить тут уже идет куда-то драться.
Надо отвоевать эту шахту, я думаю. Думаю, надо пока что их отвоевать. Пойдемте отвоевывать. Вообще, давайте по всем этим крипам пройдемся. Получим за них золото. Так, наш техномаг погибает в драке с этими. Нежить развивается сама по себе. Пока мы деремся с этими, нежить развивается сама по себе. В принципе, основу этой карты я вам объяснил. Как играть с компами, если что, вы поняли. То есть надо выбрать расу в начале игры. Так, а к нам подходит нежить. А к нам подходит нежить. А к нам подходит нежить. Это плохо. Да, давай, беги сюда. Еще просто рабочих закажем. И будем с помощью этих сражаться. Так, нам нужно золото. Здесь у нас кто? Варчарджер. Друмер. Темные райдеры. Мародеры. Здесь вот у нас волшебники. Темные шаманы, торменторы, варлоки. Пока что этих убьем. Пока что убьем этих. Они очень много урона наносят. Вот эти вот. Можно одного выгрузить отсюда и сюда посадить, чтобы все стреляли. Они, конечно, медленнее стрелять будут. Но неплохо получается. Нежить там захватывает нашу шахту. Это очень печально и плохо. Нужно купить сферу. Мы будем драться за счет этих. И за счет этих скелетов, спавненных. Попробуем таким образом воевать. Я, кстати, еще за счет этой магии могу спавнить скелетов-лучников. То есть еще больше. Ну-ка. Офигеть. Офигеть, как много юнитов. Рад, что ты здесь. А если еще раз? Так это... Это же слишком читерно. Так, отойди. Рад, что ты здесь. Чего хочешь? Вот сюда, пожалуйста, встань. Это же слишком читерно. Так можно с легкостью отбивать любые атаки за счет того, что у тебя скелеты по КД спавнятся и... Ну-ка, что там у нас? Посмотрим. Давайте-ка не дадим нашему союзнику догнать желтого. Иначе, если он это сделает. Посмотрим. Хотя пофиг, пускай догоняет. Вот смотрите, я приезжаю, да? Разбиваю точку. Допустим, разбил я тут точку, да? И сразу же ставлю эту, правда. У меня дерево сейчас никто не добывает. Вообще можно чисто рабочими воевать, если так подумать. Забавно. Чего прикажешь? Забавно. Тут, конечно, паук стоит. Тут, конечно, паучок стоит. Так. Посмотрим. Эти ребята идут сюда. Мне все, что сейчас нужно, это лишь накопить дерево и построить главное здание себе. Рад, что ты здесь. Я, конечно, совсем далеко неправильно играю. Что тут за солдаты бегают? Как так получилось, что мы на них напоролись? Как это вообще случилось? Почему мы на них напоролись? Что случилось? Покойтесь с миром. Откуда здесь желтый? Берегитесь, враги. Чего хочешь? Давай скорее строй логово. Рад, что ты здесь. Ладно. Говори. Ну-ка, что этими уходим. Бьем этих. Спавним этих. Ну, вот видите, это слишком читерно.
Бьем этого. Строим логово. Это как-то неправильно. Минус вампир. Ну ты не выживешь, чувак. Не знаю, не знаю. Нельзя так. Нельзя обладать такими способностями. Сейчас сюда ворвемся. С таким же намерением. И желанием сломать все сразу. Как-то это слишком, мне кажется, это слишком сильно, вот этот вот некролит. Понимаете, мне тут сразу способность, ну вернее, его название некролит на глаза попалось, и я такой думаю, это, наверное, что-то сильное. Это что-то сильное. И вот так вот постоянно по 3 скелета спавнишь, это ж вообще мощно. Так, я уже не могу. Не могу брать перчатки скорости. Ну и скелет орка, смотрите, 500 хп. Это ж надо. Это ж надо так, а? Эти две способности качаешь и все. Это ж читерно. Они постоянно спавнятся. Ну а тут что, просто этих высадил. Забрал. Забрал, главное. Так, с деревом у нас проблемы большие. Надо больше древорубов. Понимаете, можно тут выигрывать чисто за счет рабочих, играя за этих орков. По машинам. Не-не-не, надо уезжать. Надо уезжать, пацаны. Так, одну машину сломали. Хоп. А мы сюда бежим. А мы сюда бежим. А мы еще скелетов высадим. Мы уходим. То есть, потеря машины ничего не означает для нас. Слушай, нам плевать абсолютно на эту машину. У нас главное, чтобы рабочие выжили. Понимаете, да? Рабочие выживают, мы строим новую боевую машину. Прекрасно. Просто прекрасно. Просто прекрасно. Просто прекрасно. Рабочие выжили, все окей. И дальше пускай идут добывать. Пускай дальше идут добывать дерево. Пока что дерево надо. Именно дерево, а не золото, потому что с деревом у меня большие проблемы, сами понимаете. Вот он может спавнить скелетов и этих делать. То есть это и будет основная наша масса, наша орда. Давайте проверим кого-то из этих. Вот, допустим, Train War Charger. Кто это? Demonic Grip. Это способность для него. Что она делает? Я не знаю. Не знаю, что она делает, но я хочу знать. Я запускаю эту карту первый раз, поэтому... Вот это для меня все в новинку. Так... Давайте посмотрим каждого юнита, по одному закажем. Посмотрим, что они делают, на что они способны. Золотом у нас тоже проблемы, скоро рудник кончится. Так что я думаю, тут надо будет башенки понаставить. Надо вообще побольше рудников захватить. И постараться выиграть, либо крусайдеров убить, Бишоп. Либо крусайдеров убить, либо Далоран. Потому что нежить-то в одиночку против двоих ничего не сделает. Вот здесь вот тоже надо рудник. Ну не рудник, а вот это вот поставить. Нужно золото. Поставить эту штуку. Хотя можно и здесь, потому что тут точно никто не построит. Тут-то точно никто не построит. Постройка завершена.
Так, War Charger. Это, в общем, всадник. Это наш всадник, который обладает разными магиями. Это типа... наносит урон суммоном. Это он что делает? Стоп, Engage. Engage. Очень высокая скорость атаки. Вернее, скорость передвижения. То есть это он скорость атаки и скорость передвижения у него меняются, но... тут вот написано. Он будет более, допустим, уязвим и... но он будет уязвим к тому-то и к тому-то более, но скорость атаки и скорость передвижения у него повысится. Swift Flyer, Dragon Rider. Я тут в драке вообще не участвую. Рабочие сюда, сюда, давайте, бегите. Всех позвал. Ну и этих давайте. War Drummer. Я надеюсь, они сюда не додумаются прийти. А, они пошли ко мне. Они сюда ко мне пошли. На мою базу, да? Окей. Решили меня убить. Кстати, не такая уж у них и большая армия. Не такая уж у них и большая армия. Я в том плане, что... блин, они его успели, серьезно. Ой, герой, герой, живи, герой. Герой, живи. Вот уйди, ты нам еще нужен. Ты ж спавнишь этих. Рабочие, отойдите. Рабочие, отходите. Так, это парень с сеточкой у нас. Нежить такая прибежала, разбила меня. Такая прибежала, уделала меня. Зато рабочих дофига. Зато дофига рабочих. Так, ладно, рабочие, занят своим делом. Даже тут меня бьют. Такие взяли, базы поломали. Окей. Бежим сюда. Пойдемте тут базу строить. Тут-то на нас точно никто не нападет. Если, конечно, этих по пути не встретим. Этих по пути не встретим, конечно. Если этого некролита воскрешаем. У них просто по несколько героев. Так, что делаем? Проблема с золотишком. И все чумой заражены. Все они заражены чумой. У нас проблемки с золотишком. Я опять же играю несерьезно. Я опять же немного поддаюсь компам. Просто если бы я серьезно играл, я бы, конечно же, победил их уже давно. Я бы играл без союзника. А так я просто играю в первый раз. Так, он рабочим бежит. Ну, ребята, вы чё? Что вы тут бегаете? Может, сюда? Может, тут базу построим? Конструкт. Какой-то тут еще големы, земляные элементали у Далорана есть. И проблемы с золотишком. Надо побольше баз построить. Хорошая идея построить побольше баз. Сюда идем и строим еще одну тут.
Тут нежить базу вообще не хочет захватывать, ничего не хочет с ней делать. Значит, строим еще одну базу здесь. Давайте, наконец-то, уже вот эти вот точки захватим. По идее, как надо начинать? Надо начинать с этих, потом с этих. Ну и так. Все по очереди. Книга мудрости, полезная штука. Дайте мне книгу мудрости. Лол. Да вы серьезно? Они сейчас прибегут, сломают мне там все. Блин, тут уже эти строят фермы. Забавно. Это нормально? Это не нормально. Это далеко не нормально. Так, и они тут строят... Что они делают? Они бьют моего рабочего? Что-то с вами не так. Окей, давайте... Ё-моё, нежить! Вы что? Вы что творите? Окей, давайте перезапустим карту. Ладно. Короче, да, вот теперь давайте серьезно. Ну, в принципе, вы поняли смысл игры. То есть, комп будет работать, если вы выберете расу. Если вы расу не выберете, то он не будет. Вот любая раса, тут будет случайная раса. Тут будет случайная раса. Некролит сразу же читер... читерный персонаж, сразу же читерный герой. Я не смотрел обилки у других героев, но некролит уже читерный в том плане, что он суммонит скелетов по КД, вызывает других скелетов, и у него есть способность, похожая на способность Варденки, то есть тюремщицы у ночных эльфов. Это уже мощно, поскольку во время боя это... может помочь. Он просто вызовет скелеты, вызовет еще 3 скелетов. И все. Я не видел его способности на 6 уровне. Надо будет сейчас посмотреть. Надо будет сейчас нормально сыграть и посмотреть. Ну, к сожалению, я перезапустил и поставил компов на средний. На среднюю сложность. Надо было на сильную поставить, чтобы нормально сыграть. Как вы думаете, я правда поддавался или все потому, что я проиграл? Конечно же, я поддавался. Я ведь умею играть в Warcraft. Я просто рассматривал эту расу. Просто было интересно, какие у нее есть юниты. У нее есть эти на драконах. У нее... У этой расы орков. У нее не катапульты. У нее, как это сказать, боевая машина, для которой требуются рабочие. И это тоже читерно, поскольку ты, допустим, приезжаешь на этих боевых машинах точку... Захватываешь, сразу же высаживаешь рабочих. Понимаете, да? И делаешь базу. Сейчас давайте делаем все точно так же, только более серьезно. Первый-то раз я пытался осознать, какое здание за что отвечает. Пытался осознать, как правильно играть за красных орков. Так. Я же опять за красных орков. Союзник. Ну, в принципе, вообще без разницы. За кого будет союзник. Давайте случайные расы всем выберем. Рандомные расы. Кто он? Это кобальды? Бандит написано, хотя это кобальды. Пускай у всех будут случайные расы. Тролли. Тут тоже случайные. Эльфы выше. И этому я опять же расу выбрать не могу. Corrupted. Хотя нет, ему... Ему я смог выбрать расу, несмотря на то, что у него был случайный компьютер. Делаем все точно так же, как и в тот раз, только теперь играем серьезно. Только теперь играем более серьезно.
То есть, если ты поставил все же случайный компьютер, ты можешь выбрать только случайную, рандомную расу. Ты не можешь здесь указать какую-то определенную. Понимаете, да? Так, делаем это. Опять же, выбираем того героя Некролита. Это я пока что просто пытаюсь понять эту карту. А дальше, если я буду еще записывать видос по этой карте, я уже буду без открытого мира играть. Ну, понимаете, да? Она будет затуманенная карта. Не буду подсматривать, где кто. И я буду играть без союзника. Я буду играть против всех. А то с союзником-то, естественно, неинтересно. Союзникам слишком легко, хоть тут и умные компьютеры, которые могут тебя победить. Древо смерти. Так, что делают наши бандиты? Бандиты ничего не делают. Возможно, у них просто нет ИИ. Я так понимаю, тут не во все расы ИИ добавлен. Некролит. Тут, видимо, не во все расы добавлен ИИ. Поэтому они не делают абсолютно ничего. Они просто... Ну, золото собирают, видите, да? Возможно, тут и еще не прописано. Они просто, ну, ничего не делают. Ну, окей, вот. Ну, вот так даже интереснее. Я играю один против двух этих и против желтого. Посмотрим, на что я способен. Так, строй, пожалуйста, вот это здание. Строй, пожалуйста, вот это здание. Сейчас у нас выйдет Некролит. Делаем орка. И вот теперь нам надо уже рубить деревья. То деревья как-то фигово у нас рубятся. Сколько у нас здесь? Четверо. Тут у нас четверо. Нужен кто-то еще. Вот ты, допустим. Лучников. Лучники за 75. У нас... Они ничего не делают. Да, вот видите, ИИ не прописан этим юнитом. Ну, не юнитом, а этому компу. А ИИ не прописан. Рад, что ты здесь. Что случилось? То есть они как бы без компа. Они ничего не делают. Абсолютно ничего. Рад, что ты здесь. Что случилось? Дело сделано. Рад, что ты здесь. Так, отойдем. Перчатки скорости. Хорошо. Ну-ка, что там у нас? Ну и теперь давайте пройдемся здесь. Нужно золото. Что случилось? Убиваем волшебников и прочих. Это у нас грабитель какой-то. Никчемный грабитель. Рад, что ты здесь. Пока что просто крепимся. А, кстати, смотрите, тролли, у них тоже нет АИ. Они просто стоят, ничего не делают. Все-таки не все расы обладают искусственным интеллектом, к сожалению. То есть мы играем на равных. Я желтый и фиолетовый, мы играем на равных, как видите. Тут вот тяжеловато будет. Мне тут сейчас убить одного могут. Мне тут сейчас могут убить одного. По идее, надо, чтобы основными нашими бойцами были вот эти вот скелеты призванные. Надо, чтобы основными бойцами были призванные скелеты. О, свиток зверя, плащаней, хорошо. То есть мы играем так, без союзников. Союзники, они как бы есть, но их как бы нет в то же время. Ну вот, играем каждый за себя. Союзники просто, у них база. Это ничего не дает. А, я знаю, что я сделаю сейчас. Давайте снесем ему базу и тут, короче, свой рудник построим. Это забавно. Да, так, конечно, играть не надо, но... Да нет, это слишком нечестно будет, если я построю на месте нашего союзника рудник. Это ведь нечестно будет. Конечно, нечестно. Поэтому давайте без этого. Давайте будем честными игроками, не будем мешать. Просто если я действительно несу союзника и построю на его месте свой собственный рудник, это будет как-то неправильно. Будем честными игроками.
и будем строить рудники только там. Только там, где стояли нейтральные юниты. И где была охрана. А то это все неправильно, это все нечестно. Так, пора уже, давным-давно пора уже лесопилку строить. Еще надо два этих. Еще двух сюда. Хотя зачем сюда? Нам же надо к герою нашему их отправлять. Скелетик орка, тоже сюда иди. Рад, что ты здесь. Берегитесь, враги! Говори. О, книга мудрости как раз. То, что нужно. Постройте логово. Говори. Берегитесь, враги. Рад, что ты здесь. Покойтесь с миром. Сейчас одного моего убьют. Одного моего убили. А у меня новый орк появился. Плащ теней. Опять же, плащ теней. Зачем? Зачем так много плащей теней? Тут, по идее, можно не отводить орков. Они все равно дохнут. И главное, хила-то у моей расы никакой нет. Что случилось? У моей расы нет никакого хила. Фигово. По крайней мере, в целебной лавке. Ой, ну не целебной лавке, а в этом, вы поняли. Никакого хила я не нашел. Рад, что ты здесь. Покойтесь с миром. Ой, как больно. Ой, как больно. Они еще этих бьют. Так, они тоже вызывают этих субмонов. Они тоже вызывают суммонов. Ну вот и бьем его. Мы тут, понятное дело, справимся. Постройка завершена. Хорошо, делаем это. Этих. Рад, что ты здесь. Духи-целители. О, ну хоть... Хотя бы что-то. Говори. Посмотрим. Этих убить. Чё надо, хозяин? Так, ты строй базу тут. Сюда. Сюда, мой мертвый друг. Что случилось? Говори. Что случилось? Хм. Ну и исцеляемся, конечно же. А, наш друг, наш компьютер почти уничтожил желтого, короче. Почти, но не совсем. Рад, что ты здесь. Почти, но не совсем. Окей. Это все улучшаем. Нужно еще рабочих строить для развития. Говори. Для развития нужно еще рабочих строить. Вообще надо вернуться на базу, а то я слишком уж закрепился. И у меня очень много плащей теней. Плащ теней тут вообще не нужен, сами понимаете. Просто никуда его не применишь. Никуда его не применить. Никуда его не применить. Так. Сюда. Делаем новых юнитов. Так, все бегают за нашим. Вот это надо будет тоже улучшить. Герой у нас продает плащи. И нам нужно больше дерева. Тут можно как-то добычу дерева поднять? К сожалению, нет. Это только, видимо, у рас, которые связаны с Альянсом, будет такая возможность. Тут такой возможности не наблюдается. Мы, кстати, можем его добить.
То есть в основном мы будем драться с фиолетовым, потому что желтый уже мертв. Как видите, полумертв. Что-то дерево у нас фигово добывается. Давайте лучше с этой стороны добывать дерево. Может, нам нужны будут башни? Нужны ли нам башни? Вот это нам нужно. Нам нужен друмер. Вот это вот. Он наверняка дает ауру. Это просто стопроцентно. Стопроцентная инфа. Он дает ауру. И нам нужно больше вот этих вот. Потому что это нормальные ребята. Это нормальные ребята. Сейчас давайте пройдемся с этой стороны. Всех убьем, всех захватим. Здесь нет такого ничего нормального, разве что вот это вот, которое высасывает жизни. Вот видите, тут написано 50 поинтов может высасывать. Может высасывать 50 жизней. Но это есть только в начале. В самом начале это использовать только так. И вот, по идее, его атака теперь становится атакой хаоса. Отойди, дружок, иначе тебя убьют. Туфли, ловкости, жезл, похищение маны. Это нужно другому нашему герою. Какому-то ловкачу. Да, кстати, надо другого героя купить. Я только сейчас подумал об этом. Давайте ее, допустим, купим. Вот какая-то аура. На скорость атаки и movement speed. То есть скорость передвижения, если кто не понял, как переводится movement speed. Хотя уверен, вы это и так знали. Ой, я случайно в задание зашел. Извиняюсь. Офигеть, сколько скелетов. Хотя давайте тут захватим базу. Тут у нас все, окей. Тут у нас все, окей. Скелеты у нас мощные пошли. Вот видите, этим героем можно чисто через второй и третий спел играть. И все. И все, победа в кармане. Так вот, самонишь и самонишь. Покойтесь с миром. Эти скелеты, это, по идее, юниты, которые не могут двигаться. Они тут считаются как тотем. Допустим, как вард, который строит знахарь троллей. Вернее, призывает. Ну, змейка, я имею в виду. Эликсир возрождения. Иди сюда, пожалуйста. Вот, кстати, полезная способность. Армор снимает. Давайте дальше развиваться тут. Надо это прокачивать и это прокачивать. Эликсир возрождения. Ей давайте туфли ловкости. Отдаем. В принципе. Ничего сложного. Комп все пытается убить этих. А почему у него не получается? Почему у него не получается их убить? Это дерево дает отпор? Или что? Не-не, кольцо защиты не тебе. Кольцо защиты ей. А, это дерево просто больно дерется. Понятно. Дерево просто больно дерется. Может, совершим нападение на компа? Почему бы нет? Ну, я так слишком быстро выиграю. Я тогда слишком быстро выиграю. Ну, в общем, надеюсь, вам эта карта понравилась, ведь она очень интересная. Тут 23 расы, примерно, скажу я вам, примерно 23 расы. Как видите, тут есть Далоран, Крусайдеры, стандартные расы, тролли. Правда, не у всех ИИ пока что прописан. Ну, в дальнейшем эта карта, естественно, будет развиваться. Вот, допустим, как видите, эти бандиты, они еще разрабатываются. Хотя это кобальды скорее, но почему-то называются бандитами.
у них пока что ИИ еще нету. Не показано, как они играют. Вот эта вот раса, высшие эльфы, компьютер за них может играть. За них компьютер играть может. Очень даже хорошо может. Давайте посмотрим, какой последний юнит у... Ой. А, я еще даже не улучшил. Ну ладно, тогда построим вот это вот. Для шаманчиков. Мне вот интересно. Есть ли у этой расы хил? Ну, посмотрите. Обычно орков как хиляют в самом начале? Покупают это зелье большое и вот так вот тыкают на юнита, и он хиляется там, да? У нас же такого не наблюдается. Вот это вот для героя чисто обилка. Работает она вот таким вот способом. Сейчас покажу. Куплю. То есть ты, допустим, к кому-то подбегаешь, к какому-то юниту, и высасываешь из него жизни. Он сейчас на меня пойдет, да? Ну, давайте я покажу это во время боя. Просто я не вижу тут чего-то, что может хилять наших юнитов. Вот только вот это. 1000 хитпоинтов написано. Это на одного, да? Это только на одного. Это очень большое исцеление на кого-то одного. Но это в герое, для героя, если только. А так вообще исцеление тут отсутствует. Так вообще исцеление тут полностью отсутствует в этом здании. То есть не самые лучшие артефакты продаются у этих орков. Не самые лучшие артефакты. Давайте еще вот это построим. Вот здесь. Давайте посмотрим, какие есть шаманчики у этой расы. Посмотрим, чем они лучше, чем хуже стандартных шаманов. Чем они лучше и чем хуже. Мародеры. Тоже на мародеров надо будет посмотреть. Я же вроде их тот раз не ставил, не делал. Варлорда тоже можно создать. Просит. Просит логово построить. Ну, сейчас построим. Еще логово построим. Вот он как раз на меня сейчас нападет, компьютер. И я покажу, как работает эта способность. Ну или я на него давайте нападу. Это типа высасывание жизней, как я понимаю, только на... Ну типа в одиночную цель и на маленький срок времени. Это работает вот так. Ну вот, смотрите. Вот видите, я высасываю из нее жизнь. Всего лишь 50 хп высасывается. Я, по идее, могу их догнать, но не буду. Я захочу это. Это такой отхил для героя. Это как раз хорошо идет вот для нашего некролита. Ведь он как бы герой-пушер. Его можно назвать героем-пушером. Поскольку он призывает скелетов. И... Ну и еще призывает скелетов, да. И ему нужен какой-то отхил. Он, допустим, ты делаешь его, сразу же бежишь на базу к противнику. Вот так вот, да? Бежишь. Постоянно спавнишь скелетов и скелетонов на втором, на первом уровне. А твоего героя, допустим, бьют. И ему нужен какой-то отхил. И благодаря этой книжке ты отхиливаешься. Это такой герой-пушер, который можно в начале игры запушить вражескую базу. А это же что-то типа героини-убийцы, я так понимаю. Поскольку она снижает армор врагам. Что-то типа такого. Говори. Дело сделано. Так, что там насчет наших шаманчиков? Давайте все заклинания им прокачаем. Надо просто знать, да, чем они владеют. И вот, кстати, мы тут климаторов можем делать. То есть, драконов. Угу. Так, мародер. То есть, он может быть с горящим мечом. Лут. Способность лут. То есть, когда ты это врубаешь, у него появляется способность лут. А где прокачивается этот лут? Извините. Почему эта способность не сразу же, не пассивная? Где она прокачивается? Странно. Что прикажете? Давайте все заклинания посмотрим. Какие заклинания на что влияют?
Пока что просто тестируем, смотрим эту расу. Нужно золото. Когда я первый-то раз эту игру запускал, понятное дело, что я вообще не знал, как и куда тыкать. Поэтому я и проиграл, честно говоря. Я такой думаю, что на что влияет, как оно... Вот еще забавно то, что эти здания, они могут как бы бить. У них не шипы, то есть шипы что делают? Они возвращают дамаг в ответ, если ты сам бьешь это здание. Ну, вернее, если противник бьет эти здания. Они как бы могут на определенном расстоянии наносить урон. То есть, если чуть ближе поставить, вот, допустим, на таком расстоянии, да, оно может атаковать. Понимаете, да? На таком расстоянии оно может атаковать. И наносить урон шипами, как бы. То есть, если враг тут будет ходить, оно будет получать урон от всех этих зданий, которые владеют... Которые могут атаковать. Это даже сильнее, чем просто поставить башню оборонительную. Честно говоря. Да ни хрена ты развился, эльф. Я ж тебе сейчас приду и пизды дам. Рад, что ты здесь. Да. Вот тоже разные заклинания. Corrupted Fire. Пойдемте на эльфа. Говори. Чё уж там? Пойдемте на эльфа. А, он сам к нам пришел, окей. Он сам к нам пришел, окей. Как ты так, тут у нас кто-то еще есть. Да нет, никого у нас тут нету и никого нам не надо. Просто пойдемте. Не стесняйся. Разобьем ему базу. Заодно проверим, как что работает. Посмотрим, как работают разные заклинания. Тут написано промах. То есть в какую-то область ты делаешь это, и враги будут промахиваться. Это интересно, как это сделано. Хороший выбор. Шодыска. Рад, что ты здесь. Давайте на это сначала нападем. Сломаем ему здесь. Ну-ка, что там у нас? Тут виспы вообще тут стоят. Виспы вообще тут стоят. Вот это тоже все прокачаем. Еще заклинания разные. И я остался без дерева. Абсолютно без дерева. Ничего страшного. Говори. Ну уже, зайчик. Но мне кажется, Некролит тут очень-очень имбовый герой. Сами понимаете, по какой причине. Говори. Просто спавнить вот так вот скелетов во время боя это слишком. Ладно, допустим, Анубарак. Одного жука призывает. Ладно, Архимаг призывает одного этого водяного, да? Одного водяного. Мне и так Рексар, вот, допустим, не нравится тем, что он во время боя может призвать и кабана, и сокола, и медведя. Это тоже считается сверх меры, ну, для меня. Поскольку три юнита сразу во время боя, это как три дополнительных юнита, которые могут нанести урон. Но Некролит здесь... Он и так, как по КД может спавнить скелетов за счет тела погибшего, да? Посмотрим. А тут еще этих призывает. Посмотрим. Покойтесь, мира. Исследование завершено. Что случилось? Как ты? На нас наложили дебаф, прекрасно. Рад, что ты здесь. Это хорошо. Говори. Давайте сюда. Попробуй. Сломаем дом, наконец-то. Рад, что ты здесь. Так, дракон-то у нас может дышать огнем, я правильно понимаю? Вот таким вот образом. О, это вообще заклинание. Это вообще мощное заклинание. Так, дракончик, это тоже мощно. То есть, если кучу таких драконов сделать, и они все будут владеть этой штукой.
Они все будут владеть этой штукой. Крематор. То есть, тут очень быстрое КД у этой способности. Он еще и много урона наносит. Вот посмотрите, сколько он наносит урона. Допустим, давайте на этом домике проверим. 1007 хп. Довольно много урона. Ну, это дом с каменной защитой, да? Fortify. Но все равно. Судя по быстрому КД, это много урона. Можно так постоянно. Ой. У них там армия уже подходит. Он типа сдаться решил, да? Или что происходит? Он на меня просто немоту накладывает и убегает. Потому что у меня армия намного сильнее. Окей. Что делают эти заклинания? Friendly Unit Damage. Это то есть увеличивает жизни у наших юнитов и... Вот видите, минус армор, но плюс дамаг у нашего юнита на какой-то период времени. Так, где он? Где этот волшебник? Ё-моё, я его потерял. Вот он. Что он еще владеет? Это диспел. То есть снимает все бафы и наносит урон. Своим это наносит урон. Нет, своим это урон не наносит. Это что? Friendly target unit. Какого-то одного своего юнита, короче, убивает. И... это ж хил. Если вы умеете читать по-английски, то это хил. Офигеть. Смотрите. Смотрите, как это работает. Сейчас показываю. Он умирает. Появляется огонек, который можно двигать. Нет, его двигать нельзя, он как бы появляется в типа тотема исцеления, типа... И он хиляет всех юнитов. Вы понимаете, как это имбово? То есть, некролит может призывать этих скелетов, да? Шаман просто убивает. Тут, по идее, смысл был в том, что ты убиваешь своего союзного юнита. Например, этого орка, да? Ну, орка, шамана, там, арбалетчика... Посыл был в этом, но поскольку некролит призывает скелетов, бесплатно призывает скелетов, каждые 12 секунд, ты можешь просто этих скелетов убивать и хилять своих юнитов. Это требует всего лишь 12 маны. С тебя всего лишь 12 маны. Ой, 12 маны говорю. С тебя всего лишь 12 секунд и 100 маны. И полный отхил твоей армии. Это... Вот это чисто имба. Сочетание этих магов и этого некролита. Опять же, смотрите. Я его сейчас убиваю, скелета, да? Появляется этот огонек и полностью отхиливает. Вот видите, по 50 хп, пока идет время этого огонька, по 50 хп отхиливает. Я так понимаю, каждую секунду по 50 хп, пока проходит время этого огонька. Всей моей армии, которые его окружают. Ну, до сюда, конечно, не достает, у него маленький радиус, но это очень читерно. Это очень читерно. Что делает этот наш темный шаман? То есть вот этого шамана... Да господи, где же он? Вот он. Его мы уже осмотрели. Его мы уже разобрали. Что делает он? Он призывает гиганта. Он может суммонить гигантов. Да господи, это... Это вообще нечестно. Это кровавые орки, это вообще нечестная раса. Ну. Ну. Ну что? Они суммонят. Один суммонит, другой хиляет. Один суммонит за бесплатно, каждые 12 секунд. Другой хиляет этого ну, за счет этого суммона. Это разве честно? Конечно же нет. Понимаете, посыл этого заклинания, ну, как бы смысл этого заклинания был в чем? Что ты убиваешь одного своего, но
других всех своих отхиливаешь до полна, да? Это... Вспомните, вот, стандартный Warcraft. Допустим, Лича или Рыцаря Смерти. Они как делали? Убивали какого-то своего юнита, да? Какого-то одного своего юнита. Но набирали себе ману и жизни, да? Как Рыцарь Смерти, допустим, убивает вурдалака, ну, в самом начале игры. Зато потом восполняет себе здоровье. Или Лич убивает вурдалака и потом уже восполняет себе ману. В конце, когда появляются скелеты, ты уже можешь скелетов убивать. Но здесь-то это дважды нечестно, поскольку, допустим, они могут самонить гигантов. А этот вообще с самого начала игры по КД может этих некромантов, ну и скелетиков делать. То есть это вообще дается тебе бесплатно. Ты даже ману на это не тратишь, как, допустим, некроманты тратили ману. Это слишком нечестно. То есть, проходит 12 секунд, появляется скелет, ты отхиливаешь всю свою армию. Давайте проверим, насколько хорош гигант. У него скорость атаки средняя. Ну, это за счет ауры. По идее, скорость атаки у него низкая. Скорость передвижения быстрая, очень. Очень быстрая. И хаос атака. Ну ладно, мы его скорость атаки не посмотрели, ну да пофигу. Какие еще заклинания у тебя есть? Toxic Air. Это ты... Типа чумы. Это типа чумного облака, которое используется в труповозке. Вот потому что тут, видите, написано минус 2 хитпоинта в секунду. Плюс замедление. Действует 2 минуты, если поддерживать применение. Но в принципе это действует как туман у эльфов. Давайте подойдем. В принципе, это действует вот так. Это как туман у эльфов, сами видите, да? У них снижается здоровье, они замедляются, скорость передвижения у них замедляется. И наносится урон. Это надо поддерживать еще. То есть, если я сейчас отойду им, эффект этого закончится. Или не закончится. Это вечно. Это как боевая единица. Понятно. Честно говоря, туман... Ой, туман говорю. Чумное облако у нежити тоже является боевой единицей. Только его нельзя выбрать во время игры. Это я просто призываю боевую единицу. Так, что ты еще можешь? И он опять же вот суммонит. То есть этот... Темный шаман, он чисто кого-то призывает. Давайте посмотрим, что это нам дает. Corrupt Fire. Что делает Corrupt Fire? Оно летает. Это типа разведки. Ясновидение. Невосприимчивость к магии. Защита от магии. Можно было что-то одно, по идее, впихнуть. Это типа разведки. Его магией не убьешь. Но, я так понимаю, его можно убить с помощью лука, да? Ну-ка, давайте сами же его убьем. Я сейчас его убью. Вроде как должен, поскольку я... Да, его можно убить с помощью этого. Это что-то типа разведки. Это как сова, допустим, у жрицы. Только... Она летает вроде бы медленнее. Хотя не факт, сова тоже очень медленно летает. То есть этот шаман нужен только для разведки и призыва. Много урона он не наносит. И он не бафает с помощью кровожадности твои войска. Хотя он тоже очень полезен, поскольку во время боя призывает такого здоровяка и может затащить. Плюс в связке с этим шаманом очень хорош. У нас еще один есть шаман, вот такой вот. Торментор. Drain Soul. Это на врага применяется. Поэтому давайте. Найдем врага. Не на мою ли базу там посягнул противник? Нет, по идее, не на мою. Вот. Сейчас на этого применим.
Посмотрим, как это работает. Ну, можно на этих, если что, применять заклинания. Они просто стоят, ничего не делают. Смотрим, как это работает. В принципе, это, как видите, высасывает жизни. Довольно на большое расстояние, хочу я сказать. То есть, если ему бы нанесли урон... То есть, если ему нанесли бы урон, то он мог бы себя отхилять с помощью этого заклинания. Довольно полезный юнит, поскольку с помощью этого заклинания можно там, допустим, героев убивать и прочее. Он боунт. Это тоже что-то типа тумана, только... Только я не понимаю, это надо поддерживать или нет. Вот, допустим, так делаешь, и все... И все здесь будут промахиваться. Не бей их, пожалуйста. Все здесь, в этой области, будут промахиваться. Агония. На своих применяется или нет? Агония — это похоже на заклинание, как у нежити. Ну, тут вот видите описание, если вы умеете переводить с английского. Так, у них скорость атаки низкая, так еще ниже. Плюс оно еще и дамаг наносит. Плюс оно еще и наносит дамаг. Ну, в принципе, я, по крайней мере, нашел хил для этих орков, а то я уж думал, что у них вообще нет хила. Но хил тут оказался слишком имбовый. А так, в принципе, неплохая раса. В следующий раз я сыграю без союзников, а то... Ну, хотя я тут и так без союзников сыграл. Я тут и так сыграл без союзников. Они просто как бы есть, но от них никакой пользы нет. Они есть, но от них нет никакой пользы. Так, что делать-то будем? Сюда. Сюда. Не стесняйся. Скелет, конечно же. Как же без скелета? Ну и сюда идем. Сейчас можно... Хо-хо-хо-хо. Да, давайте просто перехватим их. Просто перехватим их. У них, смотрите, конные лучники есть. Ну, зайчик. Суммоним. Этого суммонить не надо. Вот, допустим, высасываем жизни из этого. Вот из героя просто высасываем жизни, снижаем ему арморчик. Вот, а, он неуязвимость на себя вешает. Он может быть неуязвимым, но не беда. Давайте посмотрим, что делает наша ульта. Тоже кого-то самонит, да господи, они живут с самоном. Воу. А-а-а, понятно. Да чё, серьезно? Он призывает... Он, короче, мертвых оживляет. Вот этот вот мелкий мертвых оживляет. Это... Сейчас, смотрите, я поубиваю всех. Смотрите, я всех поубиваю, да? Сейчас будет куча мертвецов. Это... Имба на имбе. Это вообще имбовый герой. Короче, ты ставишь этого духа, там, где полно трупов. Он призывает такого маленького духа. У этого маленького духа тоже есть способность призывать маленьких духов. Если есть трупы. Короче, просто это можно просто ставить рядом с кладбищем нежити. И все, считай, вот таких вот духов там будет куча, понимаете, да? Во, во, поехало. Пошло, поехало. Нужны просто трупы. Нужны просто трупы. Будут трупы и будет куча этих. Понимаете, вот один такой появляется за счет трупа. Ну, вот видите. Ты ставишь как бы большого призывателя, он призывает маленького за счет одного трупа. Еще один такой призывает еще одного такого за счет трупа. Это же нечестно вообще. Плюс, ты из трупа
юзаешь одного такого огромного скелета за счет своей пассивки. И призываешь вот таких скелетов. Ну что это за герой, это имба? Ну, разве это нормально? Ты можешь просто к стандартной нежити прийти на базу. И там, где кладбище, там, где будет кладбище, просто выиграть за счет одного своего такого героя. Это же нечестно. Как вы считаете, это честно или нет? Конечно же нет. Да давайте не будем их уничтожать, я сейчас покажу. Я просто... Нет. Нет, нет, погодите. Вот берем героя, да? Где тут трупов побольше может быть? Надо просто кучу трупов сделать. Ну вот, видите, труп. Было бы это кладбище нежити, их бы вообще было дофига. Вот, сейчас вот, здесь, допустим. Хоба призвал. Хоба, хоба, хоба. Еще хоба. Как так? Хоба. Сейчас еще отсюда, наверное, появится. Хоба. Плюс они сами это еще юзают. Они, конечно, не такие уж долгие, но за этот период, пока они существуют, может произойти много чего. Говорю, там, где кладбище у нежити, у стандартной нежити, там просто пипец. Поставил это и, считай, ты затащил. Это слишком имбово. Этот герой слишком имбовый. Плюс он еще долго существует. Поблизости нет ни одного трупа. Ну, надеюсь, вам этот ролик понравился. Вот так вот называется эта карта Ultimate Battles. Да? Она ж так называется, я ж ничего не перепутал. Да. Тут 23 расы, вроде как. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. 18. Ну и плюс 4 стандартных. 22 расы. Тут 22 расы. Вроде бы, ну просто, пока я скачивал эту карту, там было написано, что еще какая-то раса в разработке. Поэтому я и говорю, что их 23. Ну, в общем, 22. Не суть важно. Тут их очень много. Карта, потому что еще разрабатывается у некоторых из них. Из этих рас. И пока что отсутствует, как вы сами это видите. Не все отх... Они все починили. И пока что отсутствует. Но некоторые вполне играбельны. Некоторые вполне играбельны. Тут может быть написано, где есть и где нет. Нет, тут просто описание самой расы. Это карта для одиночной игры. В мультиплеере она играет только с патчем. С патчем Варкрафта и через Battle.net. Через Гарену и Хамач, я повторяю вам. Играть она не будет, к сожалению. Если и будет, то только она будет лагать и с косяками. Если вам эта карта понравилась, то можете скачать ее из моей группы ВКонтакте. Просто вдруг вы не найдете ее в интернете. Или вы найдете старую версию этой карты. У меня же это новая версия. 1.9.6. Где не надо прописывать вот так вот. Не надо прописывать вот так вот комп. Допустим, там комп 0.1. Это в старых версиях надо было так делать, чтобы указывать, какой комп за что отвечает. Допустим, ты поставил 4 компов против себя, и ты так устанешь делать. Так вот, допустим, второй компьютер играет за орков. Да, ты так устанешь делать. Тут же в этой версии просто вот знак вопроса. И в этом знаке вопроса ты выбираешь, какой за что играет. Так намного проще и удобнее. В этой версии, которую я вам только что продемонстрировал. Они уже развились. Как видите, компьютер тут довольно умный и развивается очень быстро. Поэтому играть будет довольно интересно. Но орки все-таки раса очень сильная. Я думаю, вы согласитесь с тем, что... Способности, которые я вам показал,
очень имбовые. Вот давайте проверим на рабочих. Сейчас я это сделаю. Это очень мощно. Я снес примерно половину жизни у рабочих, да? А если бы вся моя армия состояла из этих драконов? Плюс быстрое КД. Быстрое КД этой способности. Это было бы очень сильно. Это было бы очень сильно. Мне кажется, у этого некролита первая способность сейчас вообще бесполезная. Нет смысла ее юзать. Нет никакого смысла ее юзать. Ему надо вкачивать вторую и третью способность обязательно. Вот как только он появляется у тебя, как только ты его делаешь, этого героя, надо эти две способности прокачивать. Ведь именно за счет них он тащит. Поскольку чем больше у тебя юнитов, тем больше шанс победить. Ну вот видите, они просто появились и сразу же надамажили, надамажили. Это мощно. И это нечестно, это слишком читерно. Мне кажется, он у этой расы будет основным, самым играбельным героем. Только за счет того, что он много этих делает, скелетов. Каждые 12 секунд из тела появляется жирный скелет с 500 хп и примерно 20 единиц урона. Рад, что ты здесь. На третьем уровне. Тут на третьем уровне. Ха. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь лучников, у которых 9 или 7 единиц дамага. Тут, кстати, написано 8-9. Хотя тут 7-9 написано. 7-9. Тоже очень много. Они еще очень быстро стреляют. Но, в принципе... имбовая раса. Очень имбовая. В следующий раз я какую-нибудь другую расу вам покажу, продемонстрирую. А пока что ставьте этому видео лайки, если хотите еще увидеть эту карту. Я, конечно, не рассмотрел эту героиню. У нее тоже есть интересные способности. Типа пассивок и разных вот таких вот. Типа ярости. Вот это... она герой-убийца, я правильно понимаю, да? Потому что... она как бы... у нее ускорение, скорость атаки, бег. Вот пассивка, которая скорость атаки повышает. У нее, видите, тут slow, push, stun. То есть, если все это вкачивать, то она будет наносить станы. И бонус дамага у нее повышается. Вернее, не повышается, это процент. Процент у нее повышается, то есть будет больше шансов, что она это нанесет. Очень интересная способность. То есть она может... будет больше шансов, что она замедлит врага или нанесет ему стан. Она герой-убийца, вендетта. Допустим, она быстрее бегает, кого-то вот так вот хоп, ударила и застанила. Шанс, конечно, не такой большой, но если у нее будет большая скорость атаки, плюс она броню еще снимает. Это пока что первый уровень, и она так быстро бьет. А дальше еще больше будет. То есть она как бы герой-убийца. Есть герой-самонщик, есть герой-убийца. А еще кто у нас? Воин. С кровавой аурой. И вот как бы Барбарион. Сразу же кажется, что это он герой-убийца. Ну, поскольку в стандартной версии это же он, как бы криты наносит и всякое. Ну, надо будет потом его протестировать. Я, конечно, и сейчас могу, но раз уж я победил, тестировать-то больше не на ком. Хотя можно и на этих. Ну да ладно, давайте закончим видео, а то оно будет слишком уж долгим. Это была классная карта, в которой очень много юнитов. Ultimate Battles. А с вами был Лер. На этом я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам это понравилось. Всем пока!